Добрый день, дорогие читатели! Вас приветствует Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова. Сегодня мы хотим вам поведать о лошадиных книгах, а точнее о детских изданиях, где главным героем в той или иной степени является лошадь. Такую подборку книг мы сделали неспроста, ведь на 31 августа приходится любимый праздник всех лошадников – День Флора и Лавра, почитавшихся на Руси как покровители лошадей. В этот день, так называемый День Лошади или Конский праздник, к лошадям всегда относились по-особенному. Не только не работали на лошадях, но и не седлали, не погоняли лошадей кнутом, зато купали, украшали лентами, кормили досыта отборным овсом, угощали солеными горбушками и водили в церковь. Народная мудрость выразилась в пословице: «Умолил Флора и Лавра, жди лошадям добра». Лошадь – благородное и очень умное животное, которое за долгие годы совместного существования с человеком стало не только его другом, но и верным помощником. Среди всех домашних животных лошадь всегда занимала особое место. И хотя после технической революции это животное стало использоваться не так широко, все же и сегодня оно не обделено вниманием и любовью людей. В мировой литературе найдется немало прекрасных лошадиных портретов. От Буцепала до Росинанта, от конька-горбунка до коней привередливых Высоцкого. В представленных в обзоре книгах любой из вас найдет что-то интересное и новое для себя. И даже самые маленькие читатели, мечтающие о своем собственном пони, будут с замиранием сердца изучать каждую страницу. Начнем мы со сказки великого русского педагога и писателя Константина Дмитриевича Ушинского. Называется она «Слепая лошадь». Это мудрая и поучительная история о верном коне и его неблагодарном хозяине. Конь по кличке Догони Ветер верно служил своему хозяину и даже однажды спас ему жизнь. Но прошли годы, конь состарился, потерял силу и ослеп. Жадный хозяин не захотел больше кормить ставшего ненужным коня и выгнал его со двора, обрекая на верную гибель. И тогда люди вступились за славного Догони Ветра. Притча, написанная в форме сказа, учит маленьких читателей быть добрыми, справедливыми и благодарными. А теперь обратите внимание на книгу Евгения Чарушина «Как лошадка зверей катала». Выход данного издания был приурочен к 115-летию со дня рождения Евгения Ивановича. Эта книга – подарок всем детям и всем поколениям от семьи Чарушиных и издателей. В рассказе автора повествуется о деревянной лошадке, сбежавшей от мальчика Никиты, чтобы кого-нибудь покатать. За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Так начинается по-настоящему русская сказка, полная народной мудрости, тонкой иронии и волшебства. Петр Ершов написал сказку в стихах «Конек-горбунок» еще в 1830-х годах, но до сих пор она остается одной из самых любимых у маленьких читателей. Именно с нее начинается знакомство ребенка с миром литературы. Главного героя сказки Ивана и его волшебного конька-горбунка ждет множество приключений. Друзьям предстоит преодолеть много преград, но зло обязательно будет наказано, а Иван обретет свое счастье с прекрасной царь-девицей. Маленькие читатели будут в восторге и от великолепной сказки Галины Лебедевой «Приключения огуречной лошадки». Вырос однажды на грядке огуречек, и оказался он не простой, а волшебный. В один прекрасный день взял, да и превратился в лошадку, которая умела летать.
Девочка Катя очень подружилась с огуречной лошадкой, и все лето с утра до вечера они пропадали в поле и в лесу. Лошадка катала девочку на спине, и если у лошадки было хорошее настроение, то Катя вместе с ней попадала прямиком в сказочную историю. «Есть ли у лошади пальцы? Бывают ли кони с холодной кровью? Насколько хорошо лошади знают арифметику? Платят ли скакунам зарплату? Где можно покататься на зебре? Розовая лошадь – не правда или быль?» Ответы на эти и многие другие не менее интересные вопросы вы найдете на страницах книги серии «Я познаю мир». Мы уверены, что она увлечет людей, которые недавно столкнулись с лошадьми, а также тех, кто уже не первый год общается с ними. «Ах, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал?» – восклицал когда-то великий русский писатель. Кони давно уже перестали быть транспортным средством, каким были при Гоголе, но продолжают вызывать наш восторг своей красотой, благородством, неповторимой статью. Узнать историю лошадей от времен доисторических до наших дней поможет школьный путеводитель под названием «Лошади». Из художественной литературы рекомендуем к прочтению повесть Михаила Андреева «Васька». Это произведение о беспородной лошади. Написано оно с большой теплотой и профессиональным знанием этих удивительных животных. История лошади тесно переплетается с судьбой главного героя повести – Вовки Васильева, который, несмотря на серьезные жизненные испытания, обретает в конце концов не только четвероногого друга, но и настоящую любовь. Не менее интересной является повесть Ольги Дзюба «Лошадиная компания». Необычную картину довелось наблюдать Кате и Томке, когда они отдыхали на загородном пляже. На берегу реки шли лошади. Впереди рыжая, следом серая в яблоках, рядом с ней черный жеребенок, а замыкал шествие красавец-конь с белой гривой. Странно, почему лошади одни? Отправились в путешествие или сбежали от хозяев? Девочкам захотелось выяснить, что это за лошадиная компания. К тому же разговор, случайно подслушанный в башне недостроенного дома, наводил на мысль – планируется преступление, также связанное с лошадьми. Подружки взялись за расследование. И вовремя, ведь если бы не они, быть беде. Любителям детективов приглянется французская детективная повесть «Лошадь без головы». Вся Франция взбудоражена громким преступлением. Из поезда «Вентимилья» Париж похищены 100 миллионов франков. Об этом трубят газетные заголовки. На поиски преступников брошены лучшие сыщики страны. В это же время в маленьком городке Лювиньи совершена еще одна кража, но она не интересует журналистов, и даже местный полицейский спокоен. Невелика беда. У детей с улицы маленьких бедняков стащили игрушечную трехколесную лошадь. Кому она могла понадобиться? Старая, облезлая, к тому же давно лишившаяся головы. Что может связывать эти два события? Возможно ли, чтобы их тайны открывались одним и тем же ключом? И где он, этот ключ? Вот это интрига! Кому угодно станет любопытно, в чем же дело. Если и вам стало интересно, тогда спешите в муниципальные библиотеки Архангельска за этой и другими представленными в обзоре книгами. Сотрудники МУК ЦБС с удовольствием подберут для вас литературу, посоветуют что-то новое. О наличии того или иного издания можно узнать и в онлайн-пространстве. На официальном сайте учреждения имеется электронный каталог. Поиск можно осуществлять по ключевым словам, автору, заглавию и даже году издания.
Благодарим вас за внимание. С днем лошади, друзья!